Всем привет! Канал «Разговор с Богом». Я ведущий Крутов Сергей. Сегодня я хочу вам рассказать самый популярный способ избавления от порчи, если она у вас есть. Это рубрика «Проверка ритуалов». Будем смотреть, получится ли это или нет. В предыдущем ролике мы увидели то, что у меня есть немножко какого-то сглаза. Будем избавляться от этого сглаза. Вот самый популярный и древний способ избавления от порчи. Язычники и православные считают использование воды. Так как я православный, я также считаю, что это правильно. Свой ритуал я в следующем ролике вам покажу. Так, для этого в стакан с водой бросаем 3 ложки соли и заговариваем ее. Я уже подготовил стакан с водой. Вот он. На камере не видно воды. Но надеюсь, вы поверите, что это действительно там есть вода. Ну вот соль. Соль видно. 3 щепотки соли. 3 щепотки, это значит берем 1, 2, 3. Все, это достаточно. В ритуале ничего не написано, что надо размешивать, поэтому просто говорим и заговариваем воду. Так, я могу даже, в принципе, сесть и вам показать себя, а то так не будет интересно. Так, я сажусь. Вот, заговариваем воду. Надеюсь, меня слышно. Свет, батюшка, Божия, матушка, мне помогите, с раба Божия Сергея, с глаз снимите. Возможно, я неправильно сказал. Сергия. По-православному Сергия. Аминь. Еще раз прочитаем тогда. Свет, батюшка, Божия, матушка, мне помогите. С раба Божия Сергия, с глаз снимите. Аминь. Я думаю, еще неплохо перекреститься. Полученная смесь выливаем в раковину. Так и сделаем. Посмотрим. Вот она, эта смесь. Идем. Выливаем в раковину. Все. Воды тут больше нет. И тем самым вместе с водой уходят все недуги. Посмотрим, как это выйдет. А если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. А я для вас буду делать новый контент. Все лучше и лучше. Я думаю, вам понравится. Всем пока.